Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Сёгунов 2 звезды я забираю. Кстати, монетки, у нас, по-моему, хватает для того, чтобы себе что-то купить. Так, зайдем в магазин, естественно, открываем колодочку. Ну-ка, что там? Ага, как обычно, деньги просто, да? 6 долларов, я так и понял. Так, задание заберем здесь. Так, вот это вот, поднять уровень персонажа. Кстати, мы же сегодня с вами найдем последнее ДНК на кого? Конечно же, на Крипа. Так, где он у нас тут прячется только, а? Охламончик этот, вот он, ребята, вот он. Ну, стопудово ему не уйти. Как бы он не сопротивлялся, но мы ДНК на него нашли. Так, ребята, нашли, и давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы его проапать. Так, развить 10 тысяч мутагена, у меня как раз 10 тысяч есть, да? Есть. Ну что, ребята, я поздравляю. Кто-то в свое время очень хорошо топил именно за Крипа. И вот, ребята, мы его на фулочку, на 5 золотых звезд. Так, и у него открывается живительный сок. Крип отнимает жизненную силу у врага. Вероятность 50%, получить 75% от нанесенного урона в виде ХП. То есть, получается, он сам себя восстанавливает, да, если будет атаковать именно вот этим ударом. Слушай, очень интересно, хотелось бы посмотреть. Жалко только одно, ребят, что нам теперь некого искать. Понимаете? А, погоди-ка секунду. Крип, погоди-ка секунду. Ага, 400. 400 осколков нужно, платиновых, ребята. 400 платиновых осколков. А у нас всего лишь 135. То есть вы можете представить, сколько нам придется пройти недель, чтобы нафармить определенное количество. А вот золотых осколков, кстати, мы наберем скоро, да? Для того, чтобы переводить кого-то из бронзы, по-моему, в золотой ранг. Вот здесь вот. Да, 300... А, 330 осколков нужно. Господи, так тут совсем ничего. И это у нас кто будет? Слушай, ну первым, кто у нас корячится, это именно пульверизатор. Неужели, ребята, мы будем его переводить? Ну, а почему бы и нет? В принципе, он неплох, да? Мы уже не один раз с вами убеждались, что он на своем 49 уровне даже 60-й хвалил. Так, что хотелось бы послушать ваше мнение в комментариях. Не, как говорится, не скупитесь, ребята. Высказывайте свою точку зрения и мнения. Ну что же, мы с вами будем, наверное, искать тогда инструменты. Давай посмотрим, что нам здесь нужно. Так, ну здесь многовато всего. А тут... Подожди, нам Микеланджело тогда не будем. Давай-ка мы на железную голову посмотрим. А, мы хотели ожог, ребята. Мы хотели ожог, поэтому нам нужно еще найти 3 автомобильных знака. Один готов. Так, давай-ка, может быть, второй и последний, третий нам нужен. Да, ребята, и мы прапаем. Хотя я не уверен, что у нас мутагена хватит. 5000, а у меня даже 1000 нету. Так что, ребят, придется нам подкопить маленечко, а уже после этого будем его, как говорится. Так, а здесь-то что? Ох ты! Слушай, ребят, ну... Да, мне кажется, все-таки лучше тогда нам прокачать хилочку у Лео. Да? И тогда будет все по 6. Представляешь, ребята, все по 6 будет. Ладно, ребят, я все-таки, наверное, хилку. Хилку буду апать для Лео. Ну, а уже потом будем копить на ожог для этого. Для железноголового. Ну что же, отправляемся с вами на бой. Кстати, я хотел вам сказать, что сегодня, да, я пофармил Армагона. И смотрите, ребята. Ты-ды-ды-дынь. Ты-ды-ды-дынь. Причем он мне выпадал сразу. Никто не выпадал, именно Армагон мне выпадал сразу же, ребята. Это, конечно, было круто. Очень круто. Везде, ребята, где только можно было, я его добыл. Так, ну что же. А сколько, кстати, у нас уже Армагона? Ну-ка, дай-ка я гляну. Вот, мне интересно сейчас для себя даже. Сколько? 76, то есть нам не хватает всего лишь 24 ДНК. Так, завтра у нас будет откат, по идее, да? По идее у нас завтра здесь все... Да подожди ты, вот здесь вот откатится. И я смогу еще, ребята, здесь немножечко побомбить. И буду надеяться на то, что мне хватит сыра, чтобы вытащить еще. Так, здесь будет 4, это 7, это 10... И здесь 3. 13 ДНК. Было бы круто. А если еще раз по 13 ДНК достать, то мы его просто апнем. Вот тебе и вся школа.
Ну что, ребята, ладно. Это мои мечты, мои желания. А мы идем с вами на турнирную арену. Мы с вами в Лиге Сёгунов. Одна звезда у меня ранг 14. Нам нужно топить по полной программе, чтобы выбиться. Только-только, да, ребята, попадаешь в Лигу Сёгунов 3 звезды, и тебя тут же сразу скидывают. Будем драться мы, наверное, с Алексеем. Да, с тёзкой с нашим, да, будем именно с ним. Тут 53 уровень, максималка у него. Так что хорошо. Берем тогда мы с вами 1, 2, 3, 4. И берем сюда Леонардо. Ну, если Леонардо сейчас очень хорошо задаст темп, естественно, своей вертушкой, то все будет у нас хорошо. Проверим. Положит, не положит. Ну, скажу, неплохо, ребят, неплохо. Давай попробуем рубануть. Ну-ка, Усаги, не подведи меня, пожалуйста. Молодец, красавчик. Так, что? Просто ударить его? Давай просто ударим. Оху-ху-ху. А если вот так вот? Гипнозом. Е. Слушай, ну неплохо отыграла, да, команда у меня? Команда Гуфи, елки-палки. Ладно. Малышей все-таки мы отыграли хоть какую-то часть. И мы с вами не перешли еще до сих пор. Ладно. Еще не перешли. Так, смотрите, что-то мне сразу подкинули слишком много серебра. И, наверное, будем с вами играть против Густаво. 54-й у него уровень, это максималочка. Так что 54-й. Если судить по тому, как, ребята, сейчас у нас прошел бой. Да, прошел бой. Я думаю, что вот этого будет более чем достаточно, чтобы также победить, даже по инициативе. Главное, чтобы накрыть как можно больше противников, особенно Леонардо. И... ох, отлично, я тебе скажу. Кунай. Пумс. Ха-ха, карайка, молодец, круто, не подвела. Умничка, девочка моя. Ну что же, мы с вами продвигаемся тогда далее. Мы продвигаемся далее, и Лига Сёгунов 2 звезды нас встречает. 90-я позиция. Вряд ли, конечно, мы попадем с вами в Сёгуны трехзвездочные, но постараемся. Смотрите-ка, ребят, Карл, одно серебро. Причем бонусы, да? Бонусы одинаковые у всех, но тут серебра просто целая куча. Поэтому давайте будем брать именно его, именно этого Карла. Придется мне опять взять Лео. Так, раз, два... и, наверное, так, возьму Ванюшку здесь и, скорее всего, давай вот так вот, возьмем карай-змею. Карл, Карл, Карл. Будет, я думаю, все это быстро у вас. Так, Леонардо, да, здесь у него есть. А ну-ка посмотрим, они в серебре. Ух, а если теперь крик? Падают? Нет, ребята, что-то не все они падают. А если вот так вот сделаем? Смачно. То, что нужно. То, что, как говорится, доктор прописал. Ну что же, а мы с вами продвигаемся дальше. На одном дыхании, без потерь. Все идеально пока идет у нас. Место нам достается 78-е. Так. Серебро потихонечку тухнет у нас на глазах. По бонусам они все одинаковые. Поэтому я буду брать, наверное, Дэвида. Или же Тиаго. Так, ну у Тиаго уровень-то будет повыше, да? Наверное, все-таки я возьму Дэвида. Возьмем Дэвида, возьмем сюда Леонардо. Возьму я сюда вот такого Лео. Хана. Возьмем Армагона. И Змейка Вьюна. Слушай, Змейка Вьюна, Змейка Вьюна. Слушай, да должны пройти. Я, конечно, боюсь немножко за Лео 45 уровня. Леонардо фильм. Как бы его не повредили. А ну-ка, смотрим. Давай под крит. Лео, под крит. Ух! Вот в таких случаях я жалею, что я взял Змейка Вьюна и Армагона. Они могли бы сыграть где-то в другом ключе, да, с другой компанией, и причем довольно неплохо отыграться. 66-я позиция. Так, ну что у нас, ребята? Кто там? Когей? Анжелика? И Виталя. Ну, я думаю, что нам нужно брать, скорее всего, с вами Когей. Да, давай будем так делать. Возьму Зека. Возьмем Паукуса, да?
Так, что у нас тут? Бибоп. Секундочку, а мы... Да нет, не должны мы лопухнуться, в принципе. Хотя нет, 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 нет. Возьму-ка я на всякий случай сюда еще Рокзара. Потому что там Микеланджело, и там же еще и Леонардо. Подожди, это не Леонардо, это у нас Донателло был. Ну, давай посмотрим. Опа. Так, давай встанем в стоечку, в провокацию. Так, кто у них тут хилер? У них хила здесь нету. Замечательно, тогда паутинку. И... давай, наверное, мы добьем вон того вон Майки для начала. Я не хочу, чтобы он укреплял свою команду. Так, бросает осколок в Рокзара. Понятно это все. Так, граната опять же в Рокзара. Погоди-ка, погоди-ка, а почему? А, она массовая, так, я понял. Тогда мы хиляемся. Мы с вами хиляемся и... бросает шар свой. Так. Вон того вон. Уничтожаем. Пиу. Дальше мы с вами уничтожаем Донни. Плевком сможем? Да, должны, по идее. Отлично. Так, теперь вот этого Доника. Тю. Ну и кабана. Дольчик кабана. Да хорош ты, на. Стоит там, что-то сопротивляется еще мне. Ну что же, пока все идет хорошо. Может быть, какой-то небольшой шанс у нас есть, что мы приблизимся к Лиге Сёгунов 3 звезды, но зайти вряд ли успеем. 54-я позиция, ровно половина. Ох ты, ох ты, ох ты, сколько нам дают, ребят, смотрите-ка. Иванушка, серебро. Бойцов, как говорится, мало у нас. Но мы можем, знаете, что сделать в данный момент? Если, предположим, я возьму вот этих вот ребят, да? Возьму Криса и возьму здесь Леонардо. Как вы думаете, по инициативе мы сможем здесь пробить или нет? Если пасанем, то, конечно же, тут начнутся разборки. Жесткие, ребята, разборки. Ну, смотрите, вот я беру Лео, он делает вертушку. Да, вот этого я и боялся. Кто тут будет первым ходить? Лео. И этот Лео. Ну что ж, давай тогда так сделаем. Сможет, вряд ли Белка сможет, ребята, уничтожить нам этого Леонардо. И теперь Рубилова. Так. Это мой, ребята, шанс. Шанс отыграться. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Пробьем или нет? Нет, не получилось. Тогда пробиваем здесь. Ну и Крис Брэдфорд. А, нет, у нас Рок, кстати, ходит. Е! Слушай, ну, такими темпами, если еще будет такая же пачка, и мы с вами возьмем Леонардо, может быть, тогда и пройдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Какая позиция? 42-я? 43-я. Ага. Ладно. Смотри-ка, серебро дают. Причем изобильно. Так, Кугай. Опять же у нас Кугай этот. И тут уже, конечно, слишком большой риск. Но я все равно попробую. Я, ребят, все равно хочу, вот хочу попробовать, и все, и хоть ты тут тресни, вот меня тянет просто. Я знаю, что расстроюсь, когда, если кто-то упадет у меня. Ну, без риска тоже как-то неинтересно играть. Так, ну что, вертушка пошла. Пит должен упасть здесь. Вау, ну, Лео, я не понимаю тебя, вот хоть убей меня, ребят, я не понимаю, как он иногда всех ложит, иногда не всех. Это непредсказуемый просто, да, персонаж. Какая позиция у нас? 32-я? 31-я. Угу. 31-я. Так, серебро пока еще есть у нас. Ну, уже 60-й уровень, ребята, идут. No name. Давай, наверное, возьмем этого парня. Возьмем вот этих вот ребятулек. И двух слабеньких. Блин. Донни 43-го уровня. Слушай-ка, секунду. Подожди, может быть, нам немножко по-другому сделать? Может быть, нам взять... вот так давай сделаем. Да, мы, если, ребята, сейчас пойдет все как нужно, да, если у Зека сработает бомбочка на замедление времени, на инициативу, да, то будет все хорошо. Если же нет, будет плохо, печально просто-напросто. Проверим. Ну, что могу сказать, в принципе, неплохой, ребята, варик. Давай сделаем вертушку от Лео. А дальше надо добивать. Давай начнем. Блин, я боюсь, он волну применит. Шреддер сможет справиться? Без понятия. Вот серьезно говорю, без понятия. Ну, плевок делаем. Смотри-ка.
Сработало. Так, ну у нас шанс только лишь на ульту от Шредера. На болванов, на балбесов на этих. Есть. Слушай, довольно неплохая ульта. Она пробивает очень даже хорошо. Надо будет прокачать как-нибудь Шредеру этому, да? Так, ну что, ребята, мы проходим. Нет, еще не переходим, но проходим дальше. 20-я позиция, да. Сколько мне, ребята, сил на это понадобилось, чтобы сюда пробиться. Тут уже 60-й уровень, 57-й я вижу здесь. Тут 58-й, 61-й. Так что будем, наверное, с Амейром драться. Так, беру здесь Леонардо. Беру Леонардо, Донателло, Крипа. Крипа. Ну и Железноголового с Майки. Ой-ой-ой. Ой, рискуем, ребята. Ой, рискуем. Ну, что? В первую очередь давайте, наверное, поставим уклонение. Хотя, ну, вряд ли спасет моих малышей, если они будут сейчас их бомбить. Вертушечка. Так, кто-то упасть обязательно должен. Ох ты, ох ты. Это даже лучше, чем я, ребята, ожидал. Фью. Получается, где-то сейчас будет, наверное, 12-я позиция. Может быть, даже 10-я. И мы с вами на следующий бой перелетим в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но, да, 9-я позиция. Так, ну, ради этого придется, ребята, сделать откат. Хочу я этого или нет, ну, надо делать. Так, возьму сюда Зека и возьмем еще каких-нибудь двух наших крохотулечек. Вот так вот. 60-я позиция. Ну, все зависит от того, как, опять же, у Зека сработает бомбочка. Ну-ка, попробуем, посмотрим. Оп. Слушай, есть вариантик, неплохой причем, ребята, вариантик подбить. Давай, наверное, вот так сделаем. Посмотрим. Ага, Донни выжил. Ну-ка, если мы его вот таким вот пробивным ударом. Хоба! Да, ребята? Изи. Мы переходим с вами в Лигу Сёгунов 3 звезды. В принципе, это была моя цель на сегодня. Я ее сделал. Да, потратил очень много откатов. Не спорю, ребята, 95-я позиция тоже не показатель. Но у нас еще есть денечек, да? Потом будет обновление недели. Мы с вами заработаем сколько-то ДНК на нашего Рафаэля. Причем, вы знаете, если мы получим 40 ДНК на Рафаэля, то у нас он сразу же прапывается, да? Если я не путаю, он у нас должен будет прапаться. Где он? Вот он. Да, у него, видите, 15, то есть еще плюс 40, это будет 55. Он получит себе третью серебряную звезду. И это будет классно. Так, ну что, мы хотели с вами зайти в магазин и посмотреть, что мы можем с вами приобрести. Кого мы хотели с вами докупить? Кто нам здесь так очень сильно нужен? Мы можем купить здесь с вами 3 ДНК на Армагона. Как вариант. А, не можем, потому что у нас 91 монета. Тогда давай посмотрим что-нибудь другое. А что здесь, интересно, такого у нас есть? Слушай, я даже не знаю, если честно. Ну что, что нам нужно? Какая, в ком необходимость? Мне, конечно, нравится, например, Лиса. Мне нравится Шинигами. Это редкие персонажи. Можно, в принципе, копить на них. Например, на Белку. Давайте Белку, наверное, купим с вами. Потому что на Белку очень редко вообще действительно выпадает где-то ДНК. Слушай, а, кстати, у нас по вот этим жетонам 400, маловато. Ну, с жетонами нам все намного проще. Мы с вами покупаем и копим на кроликов. Ну что, дорогие друзья, ареночку мы с вами отыграли. Как я вам пока... А, погоди-ка, у нас еще здесь невыполненные задания, господи. Как-то я так лопухнулся. Кстати, мы хотели прокачать еще у Леонардо навык хила. Вот так вот, 6-я ступень. Дальше только, ребята, идут вот эти эпические, да? Ингредиенты, которые добываются в платиновых испытаниях. Да. Так, ладно, поднять уровень персонажа. У нас 10 тысяч мутагена. И это будет у нас кто? Кто у нас будет? Нейтрализатор, давай посмотрим. В принципе, можем, но я хочу тогда кого-нибудь другого. Например, Змейка Вьюна. Нет, секундочку. Мы, значит, можем тогда и Бакстер Стокмана, интересно. Сможем или нет? Нет, тут уже 15 тысяч нужно мутагена. Тогда... А Крис Брэдфорд? А ну-ка. 11 тысяч. Да что ж такое-то? Ну, а Рокзар?
А Нарзара хватает. Все, ребята, 71 уровня он у нас становится. Так, кто-то мне говорил по поводу навыка вот это вот, провокация, волчья стая. Что нужно здесь? Двое очков и 8 пультов. Двое очков и 8 пультов. Давай посмотрим, ребят. Двое очков. Что ты, специально что ли? Ты мне не будешь, да, сегодня давать очки? Я так и понял. Ну, очки, говорю, дай. Ты издеваешься, да? Неужели такой раритет эти очки, что ты вот так жопишься мне просто их подкинуть? Не, серьезно, смотри, ребят, не дает и все. Не хочет давать мне очки. Ты достал, серьезно, давай. Давай, говорю, очки. Я так весь этот сейчас так, одни нашел. Я сейчас так весь, извините меня, всю пиццу на тебя потрачу. Ты посмотри, а, жук какой. Не дает, не хочет и все. Хоть ты тут тресни. Ну-ка здесь. Да, вот здесь он нам не дал. Так, мне нужно было 2 очков и 10 инструментов. 10. Кстати, подожди-ка, мы там задание-то с вами выполнили. Задание, так, забираем. Здесь тоже забираем. Сразитесь в 3 боях в сложном режиме. Ага, это я понял. Для этого нам нужно... Рокзарчик, давай посмотрим твои навыки. Пульт. Вот здесь вот. Фигушки нам, а не пульт, да? Ага, один нашли. Подожди, а при чем здесь пульт? Разве мне пульт нужен? Пульт. А что я смотрел на инструменты какие-то? Хорошо, давай искать пульт. Ищем с вами. Так, второй. Все, закончилось, да, у меня пицца. Ну, вот здесь еще могу разочек. Оп. Данные крэнгов. Ладно. Просто мне кто-то говорил, если прокачать ему вот эту вот волчья стая, у него будет уже не на ход провокация, а на 2 хода. Вот я хочу проверить, правда это или нет. Так, ну что же, давай обменяем здесь ДНК на эти. Кстати, у нас сколько? Ой, у нас очень мало сюриков. Так что в магазин идти бесполезно. Хотя можно просто глянуть, что там сегодня дается. Слушай, смотри, майки фильм, ребята. Кстати, скоро можем тоже его проапать, если будем потихонечку искать на него ДНК. Ну и Кейси, да? Ну, до Кейси еще далеко. Ну что, друзья, на этом будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так что удачи и до новых видосиков.